Приветствую вас. Хотел бы дать ответ на ваш вопрос. Вы его задавали уже достаточно давно, но тем не менее. Вы задавали, значит, 6 числа. Сегодня уже 8 число на момент записи этого ответа, то есть прошло уже почти 2 суток. Вот, за это время, как я увидел, вы не выбрали ответ лучшим, вот, вопрос вы не решили, и даже вроде бы как, нет, только вот лайки, у вас вот есть лайки, я видел, вот, но их, в принципе, не так много. И под оценкой труда вы, наверное, понимаете лайки. Итак, много денег и нервов потратил на то, чтобы забыть любимого. Но по факту вы потратили деньги на то, что в принципе невозможно. Начнем с этого. Забыть человека невозможно. Так вот устроена наша память. И я думаю, что вам уже мои коллеги вам об этом сказали. Вернуть не получается. И не надо, если он ушел. Жизнь без него ад. Вот это вот проблема. Почему жизнь без него ад? Чего вам не хватает? Что вы потеряли? Что вам нужно? И так далее. Что он вам давал? Какие потребности удовлетворял? И какие потребности выступили на первый план без него? Второе. Отдаете ли вы отчет в том, что вам он не нужен сам, как человек? Вам нужно то, что он вам дает. Помните, как вы жили без него? И как вы стали жить с ним? Что поменялось в вашей жизни? Как помочь мне выжить? Ну, я полагаю, помочь вам выжить может только любовь к себе. И принятие себя. И установка ваших собственных личных границ. Помочь вам выжить, может помочь, тавтология. Анализ родительских отношений, которые по сути являются средой для обрядования склонности к зависимости. Тут у вас любовная зависимость, я полагаю, вы спорить не будете. Любовная зависимость, как и любой другой вид зависимости, основывается на потребностях. И эти потребности вы сейчас пытаетесь удовлетворить через этого мужчину. И вот нужно понять, какие именно потребности вы пытаетесь удовлетворить. Это не секс, это чисто психологическая, эмоциональная потребность. Далее. Может ли помочь гипноз или еще какие-то сильные методики, чтобы перестроить мышление, перестать жалеть себя, перестать страдать по тому, кому не нужна? Гипноз вам не поможет, как правильно сказала моя коллега, а жалость к себе останавливает психотерапию. Ну, то есть регулярная работа с психологом либо психотерапевтом. Вот. Перестать страдать, потому кому мы не нужна, поможет только работа над самооценкой, над повышением своей самооценки и, собственно говоря, над установкой личной границ, а также понимание ваших потребностей. Медикаментозные и обычные способы не помогают. Ну, я не знаю, какие обычные способы вы использовали, так и не знаю также, какие медикаментозные способы вы использовали, потому что у вас не болезнь, и какие у вас диагнозы, кстати, вы тоже не пишете, то есть вы говорите, что диагнозы вы свои знаете, а какие диагнозы-то? Вот. В отношениях были 7,5 лет. Так. А, вы пишете с внешностью и здоровьем. И здоровым образом жизни все в порядке. А при чем здесь это вообще? Вы себя не цените как человек, вы себя не цените как женщину, а это проблема в семье. С мозгами тоже. Интересно, вы говорите, что у вас с мозгами все в порядке, но при этом вы говорите, что у вас диагнозы, что вы их знаете, с
что медикаментозные обычные способы не помогают. Ну, если бы было все с мозгами в порядке, то и медикаментозные способы вам помогли, и обычные способы тоже. Если бы вы не говорили, то вам нужен гипноз или что-то типа того. Далее. Значит, фитнес ежедневно. Но это опять же ни о чем не говорит, для чего вы занимаетесь фитнесом, большой вопрос. Значит, в отношениях были 7,5 лет. Почему расстались, собственно? Какая причина расставания? На поездки и прочее нет смысла тратить деньги и время. Это вам кто сказал? Вы откуда такой, такой вывод сделали? Сами? В данный момент сами вы находитесь в зависимости и довольно успешно, как я вижу. Поэтому здесь я полагаю, что если вы считаете, что на это нет смысла тратить деньги и время, то вы можете ошибаться. На самом деле, есть смысл тратить деньги и время на поездки, потому что зависимость, как и любая зависимость, связана с местом, где вы находитесь. У зависимости очень сильная ассоциация. Всегда и везде. Вот. Так что я полагаю, что об этом вам тоже нужно подумать. Значит, далее. Пока не вылечит, буду реветь ежедневно. От чего лечиться? Вы не болеете, как таковая. Зависимость — это, конечно, тяжелое состояние, но если вы считаете, что вы больна, вам нужно лечиться. Расставание длится 2 месяца. А почему? Вот это проработать не помогает, это все слова, но это опять же какое-то предубеждение прямо. Если вы не хотите избавляться от зависимости, это уже деталь. Если вы хотите понять себя, если вы готовы менять свою деятельность, если вы готовы менять свое отношение к себе, то это очень важный аспект. В теории я все знаю. Что именно вы знаете в теории? Опять же, непонятно. Ну и далее вы пишете, просто по сути, жалуетесь нам на то, как у вас все это происходит. Унижение, вот вы говорите, да? Все больше, тем больше, тем дальше, тем больше идеализации и сильнее унижение. А чем продиктована идеализация? Скажите, пожалуйста. Вот как вы думаете, чем продиктована идеализация ваша? Идеализация продиктована вашими желаниями. Вот об этом я рекомендую вам подумать. Идеализация продиктована тем, что вы хотите видеть человека, а то, что вы хотите видеть, есть по сути ваше желание. Вот это желание, эти желания вы пытаетесь реализовать через человека. Считайте, что он должен вам это все дать. И без этого вы не можете. И весь вопрос в том, что это ненормально. Вот. Ну и, собственно, унижение – это, опять же, падение самооценки, с которой тоже нужно работать. То есть работать – это в процессе взаимодействия с психологом, менять свое отношение к себе, более ценностно к себе относиться, учиться воспринимать себя именно как ценность, именно как индивидуальность, а это… процесс довольно длительный, вот. Так что я думаю, что регулярная терапия вам прямо вот рекомендуется, вот. Заставляет устраивать свою жизнь, а мне против горла чужие мужики и секс без любви, это тоже пройдено. Ну, вы знаете, поперек горла вам другие мужики, потому что вы не завершили эти отношения еще. Вот что-то вам мешает их завершить. Нужно разобрать, что именно. И тогда у вас все будет в порядке. Но опять же вам говорю, что склонность к зависимости у вас была всегда. Она просто проявила себя сейчас. И нужно разбираться, чем это обусловлено. Какие
обстоятельства повлияли на это. Вот тогда и будет понятно. Тогда и будет понятно, что вам делать, и в какую сторону идти, и как менять свою деятельность для того, чтобы больше в зависимости не впадать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.